Двухствольная зенитная установка. Морда, конечно, не самая красивая. Турбина здесь вот сзади стоит. Но он заводится в итоге. А вот то, что запах в салон такой попадает. А? Сейчас торгуемся, 1000 до 16. Вот это круто! А что, у тебя тормозуха уходит, что ли? Не, просто чуть-чуть полить, всякий случай. Лукавишь. И там даже место, да, под бутылку есть. Чтобы приехать почти 500 километров в этом чудесном американском автомобиле, чтобы купить другой. Приветствую, друзья! Скоро 4 сентября, а это значит, что будет день рождения Jeep Wrangler Club. Это единственный день в году, когда собирается максимальное количество владельцев Jeep и гостей. В программе мероприятия будет проезд колонны, будет концерт, Jeep Sprint на скорость по специально подготовленной трассе с призовым фондом. Будет детская программа, будет салют, фаер-шоу. Приезжайте с друзьями, приезжайте с семьей. Те, кто хочет прокатиться на новом джипе, тоже приезжайте, потому что Рольф предоставит эту возможность. Он поставит новый автомобиль, и целый день можно кататься по этой трассе. 4 сентября, трасса F-Challenge 7. Приезжайте. До встречи на мероприятии. I came from the mud, there's dirt on my hands. Strong like a tree, there's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Try to catch me howling out to me. Какого года? 79-й. 1979. 79-й год. Это вот, да. Петр, хозяин машины. Петр. Расскажет вам сейчас поподробнее. Вот его табличка, тут его паспортные данные. Этот автомобиль называется V3S. V – войсковая, 3 – трехмостовая, S – специальная. Почему он так называется? Значит, создан автомобиль этот был в послевоенное время как основа для военной техники. Значит, на нем была создана зенитная, двухствольная зенитная установка. Значит, вместо кабины была установлена бронированная такая капсула для водителя и, естественно, для второго пилота. На задних, на двух мостах была установлена зенитная установка. Она вращалась, как ПВО. Высотой она была ниже, чем кабина. Малогабаритная такая по высоте. Очень надежная, хорошая техника была. Ну, потом чехи решили ее и в гражданскую жизнь запустить. Вот на ней есть краны, цистерны, самосвалы, бортовые. Нам в СССР, в Советский Союз, она приходила как флюорографический кабинет. Так вот она, может, светится, не? Не, навряд ли, чтобы она светилась, потому что все, что светилось, снято в этом самом Кунге. Пунге там все, что светилось. Да и времени уже, полураспад уже, наверное, кончился. Поэтому у нас они в бывшем Советском Союзе чаще встречаются в Закарпатье, потому что там Чехия, Венгрия рядом поближе. Вот они там еще есть в большом количестве. Ну, как раз цвет был, наверное, вот синий. Цвет был синий, да. Не военный. Да, вот такой синий. Это уже я потом красил. Эпоксидная краска военная была. Крылья сгнили напрочь, и мне просто не с чего было уже лепить, будем так говорить, со спецтехники. Но зато надежные, крепкие, хорошие. Лебедки здесь не было. Лебедка устанавливается сзади, привод от
от коробки, раздаточной коробки, там есть заглушка стоит. Заглушку снимаешь, там можно устанавливать привод либо масляного насоса, и в данном случае можно гидросистему какую-то применять, самосвал, там манипулятор, все что угодно. Либо можно кардан ставить и привод лебедки. Да, интересно, конечно. Здесь устанавливаются запасные канистры с топливом. Вот сюда? Да, это вот гнездо. Вместо лебедки, да? Нет, лебедка устанавливается вообще сзади. Здесь лебедка не устанавливается. А как за прикрытие? Они вот. А их с какого года делать начали? Их же давно производили. Так, первая была, по-моему, в 54-м году. Ну, могу ошибаться. Я... Морда, конечно, не самая красивая. Вот. Во-первых, когда едешь за рулем, ты видишь практически все чуть не до колес. Вот. То есть маневрировать можно очень хорошо. Свес практически на отвесную стенку заходит. Я полностью груженный. Вот кузов был картошкой загружен, полностью сваливалось. На насыпь заходил, на дорожную насыпь, свободно, без всякого даже. Мужики глядели, говорят, что это за машина такая? Лезет куда хочет, туда лезет. Что, смотри, здесь получается у них чехлы стоят. Это чехлы самодельные с офицерских сапог. Это кожа. Это натуральная кожа. Какой-то без сапога офицер ходит, да? Ну, это я свои сапоги порезал, две пары. Я ждал, заказал в Чехословакию чехлы вот эти вот. Ждал их полгода, не дождался. Порезал сапоги, поставил чехлы, и они прекрасно работают. Лучше даже, чем резина. Они пропитаны маслом, не пропускают ничего там, обработано силиконом по швам. Самая главная фишка в этой машине, я так понимаю. Сколько колес? Да, это то, что здесь три моста, шесть колес. И бортовики, да. То есть клиренс. Повышенный клиренс, большой. Да. Блокируются задние два моста. Блокировка стоит обычная, механическая, ничего не надо. Возле правой руки стоит рычажок. Угу. Потянул его, все, заблокировались два задних моста. Опустил, они сами автоматически сбрасываются. Четыре колеса одновременно гребут. Да, задние два моста одновременно гребут. Колесный дифференциал блокируется. А что тут за история? Я читал, что у нее все полуоси, по-моему, разные. Тут какая-то вот особенность, что даже в задних мостах, ну, они не одинаковые. То есть там разная длина. Из-за того, что смещены редуктора. Этот редуктор стоит так, а тот, видишь, как смещен. Вот. Те одна короткая, другая длинная, эти два. И передний, естественно, будет другой, потому что там привода стоят, шрусы. Вот, поэтому разные. Обратите внимание, какие тут стоят крестовины. Они меняются очень легко. Не надо стучать. Открутил хомуты. Вот. Снимаешь чашечки, меняешь крестовину опять. То есть это очень легко. Это на джипах так же. Да? Да, точно так же. Ну вот здесь, наверное, лишняя деталь, да? Чего? Можно обрезать. Ну, это тут можно и так вот. Тут все в зависимости от того, на что ты планируешь. Вот я видел, тоже в Ютубе, наверное, смотрели. Там, значит, она сделана двухмостовая, короткая, арочные стоят шины, турбина здесь вот сзади стоит. Вот прямо сзади тут вот турбина стоит, нагнетатель. Шурует там такие кульбиты, делает кошмар. Значит, я взвешивал в таком состоянии около 5 тонн. Я когда кузов повез, скинул на чермет, вот, и взвесили уже пустую, 4800 что ли. Шестицилиндровый, рядный, воздушного охлаждения. Значит, он взят за основу. Пол татровского двигателя. То есть двигатель, когда создавали эту машину, двигателя под нее не было. Разрабатывать новый не было времени. Вот. И они ничего больше не думали, потому что шестицилиндровые рядные двигатели, по теории двигатели считаются самыми устойчивыми, самыми надежными, такими вот, ну, тяговитыми моторами. Вот и решили сделать. Половинку Татры взяли, вот, воздушника, и ее сюда поставили. На каждом клапане стоит отдельная своя крышечка, снимается очень легко, за щелку вот эту раз она снимается. То есть сразу доступ очень удобный. Это вот система обогрева кабины, то есть там тросик тянешь, если вот эта заслоночка открывается, то воздух выхлоп сюда, от нагнетателя, от вентилятора нагнетается воздух в вот эту кожух, который на выхлопном коллекторе стоит. Если крышечка закрыта, то теплый воздух подается в кабину. Я понял, обогрева. То есть... Но летом жарко без нее. То есть не летом, а зимой. Снимается тепло коллектора и подается в кабину. Вот. Но так как двигатель стоит в кабине, герметичности особо нету. У меня даже зимой ездил, у меня люк открыт был, чтобы можно было немножко хоть свежий воздух. А тут и стекла, да, открываются? Стекла открываются, да. Слушай, как в 157-м. Так, а люк открывается, люк, да? Открывается, да. Там защелка справа, да. Потяни ее внутрь сюда, к ручке тяни ее. О, теперь вверху. Да. Устанавливается этот пулемет. Вот это круто! Вот. И, значит, там делается еще, смотри, возьми, возьми спинку сиденья, подними кверху, подними ее кверху и ложи сюда. Смотри, и, кстати, когда едешь, она еще и пружинит, получается. Смотри. А дверь, кстати, проходит в другую сторону,
закрывают? Да, да. Это одна и то же из возможностей, что можно, допустим, при открытой двери стрелять, выскакивать там, она тебе не прижмут уже. Дверь раз и прыгай. А какой здесь диаметр колес? Я вот так смотрю, что-то около 40 дюймов, наверное, да? Значит, 20-й посадочный по диску, да. Где это? 8,25 на 20. Вот, барум родные. Да-да-да, на них никто не менял, это родные колеса. Нет, ну где-то под 40 дюймов, я так смотрю, очень похоже, ну, да? Ну да, похоже. Что-то они как-то буграми только подстерты, да? Смотри. Родная. Но ну, она смотри, ходила больше по грунтовым дорогам. Никогда не видел. Асфальта она не видела, потому что тогда в районе асфальта не было. Они квадратные. Вот была грязь. А там еще вот не хватает пару колес, да? Они вот, они одно вот оно колесо, а другое в контейнере. Тоже, наверное, вот эти стертые. Они уже, спущены? Да? Нет, они одинаковые. Ну, может быть, побольше там или поменьше, где там, какой степени. Полосит. Слушайте, а здесь гур, не знаю, там усилитель. Гура нету, здесь обычное механическое рулевое. Вот. Стоит простой тормозной кран, вот очень простой. Если бы у нас сейчас такие ставили, я не знаю. Значит, вот он, рулевой редуктор установлен, вот он маленький. Вот отсюда он хорошо виден. Продольная тяга идет. Да, да, да. Рулевая сзади. Здесь тормозные, не камеры, а тормозные цилиндры пневматические стоят, вот они. Энергоаккумуляторов нету. То есть простые механические пневматические тормоза. Вот. Ни трещоток, ничего нету. Работают замечательно. Охлаждение какое здесь? Воздушное. 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 Вот вентилятор, воздушное охлаждение. Mm-hmm. Вот. Вот стоит генератор постоянного тока. Не переменного, как сейчас, вот, а еще постоянного тока. Поэтому он крупный такой, большой. Но он заводит цветок. Садись, пожалуйста. Okay. Ключ на старт. Ничего не надо. Все, сейчас массу включаю. Устанавливаешь ручной газ, включаешь зажигание. Блин, я думаю, что мне капает? Ага, все. Этот же люк открыт. Стартер здесь стоит подпружиненный тумблер. Вот, то есть вверх включаешь, стартер начинает работать. Нажимай на газ. Так. Угу. Все, запускай стартер. Вот это приспособление, это для зимних условий запуска. Значит, она открывается. Там находится, это я уже пробивал, такая вот ампула с эфиром. Вот. Новую туда устанавливаешь. Вот. Вот эту иглу вытаскиваешь. Крышечка закрывается. Вот. Потом пробиваешь. Она вытекает все сюда, эфир. И когда начинаешь крутить стартером, то насосиком делаешь несколько качков. Эфир поступает в выпускной коллектор. Сразу происходит вспышка, запуск двигателя. Очень интересно. Это надо записать будет. А, вы все, записали. Запомнить, в смысле? Не запомнишь. О, таблички знакомые. Да, тут все, в принципе, что-то на ломаном русском, что-то на чешском а языке. А это, получается, у нас открывание. Я их никогда не открывал, да, вообще открывается. Не надо, вот их туда. Дождь идет. А это замки фиксируются. Это классная вещь. Получается, отдельно можно одно стекло и второе. Ага. Здесь очень много места, да? Здесь еще устанавливается третье сиденье. Вот на это отверстие такая маленькая табуреточка. А ноги туда вот свешивают. Тут специально скос сделан. Третий человек сбрасывает туда. А это что за рычаг? Вот это скорости, значит, да? Это скорости. Здесь передний мост и пониженная, повышенная демультипликатор. А как ее заглушить? Ты не хочешь чтобы прокатиться, я снаружи стою. Ну давай, а как? Она поедет вообще? А вы конечно. Садитесь, можете сесть, а я снаружи стою. Попробуй сам. Да. Значит, чуточку вправо. Вот, вот у нас движение кулисы. Ага. Так вот, не в самом левом положении, а чуточку сюда и вперед. Я понял. Я с деревни ее сейчас гнал. Вот 30 километров отсюда деревня. Я своим ходом шел. Чтобы она накат имела. Двойным выжимом можно. Зерко. О, блин, класс.
Вот такой аппарат. Какая у него грузоподъемность вообще максимальная? 5 тонн. А вот то, что запах в салон такой попадает? Ну, тут как бы это, герметизировать можно, наверное, до бесконечности. Поэтому люк и сделан. А, да? Чтобы не угореть. Серьёзно, там столько... Через час, наверное, офигеешь от такого. Если будет работать, обгорать будет это вся. Там же она не работала практически. Я что, 30 километров проехал на ней. Так-то она масло никуда не плывет. Сухо везде. Товарищ у меня, вот, он мне в свое время говорит, забери, иначе, говорит, ее просто угробят. Она же жива еще. И мне, я поэтому не хочу ни на чермет, никуда не сдавать. Я как бы отношусь к технике как к человеку, к живому. Вот, восстановили, сделали. Вот, пролез везде все. Смазки поменял. Вот, и вот она еще дышит. Рама в великолепном состоянии. Я хотел под керхер ее обмыть, но, честно говоря, некогда было. Тут работы много сейчас, вот, некогда было обмыть. Вот. Ну, рама нигде не гнила. Если кабина, она жестянка, она гниет. Вот я там и полики делал самодельные, уже они подгнившие были. А вот интересно, побольше колеса, если поставить, это возможно сюда, да? Или будет мешать, ну, расстояние? Если вы будете двухмостовым оставлять вариантом... Двухмостовым, конечно. Вот, то... Вам вот зазор остается. Вот. А если одномостовым, то тут, наверное, можно. Кулиса эта, на которой она колебается, балансир, на балансире на этом вот стоит рессора. И мосты на ней. За счет реактивных тяг они держатся с рамой и относительно друг друга. В принципе, они... можно раздвинуть. Не, можно рессоры эти оставить. Просто дополнить листами и удлиненными листами, да, добавить. Да, мосты убрать подальше. Можно, этот сюда, там задницу отрезать и колесики, ну, какие-нибудь хотя бы 55-е, да? И баланс, и эти самые тяги, реактивные штанги надо будет другие. Что, раму отпесочить, пока она не изняла, еще это поверхностная ржавчина, ничего страшного нет. Расход 25 литров на 100 километров. Крутящий момент на номинальных и на максимальных оборотах одинаковый, что тоже интересно, что лезет на малых оборотах, лезет так же, как и на больших. Крутящий момент за счет шестерки именно рядного двигателя. Его особенность. Я считаю, надо брать. Сейчас торгуемся, 1060. Книжку надо было привезти, там бы данные все сразу почитали. Ну, это как бы она открыта, все. Сейчас свободные продажи от вашей. Еще одна есть смоленская. Смоленский у мужика. Я у него спрашивал, откуда его взялась. Он сказал, когда в ГДР нашу армию западную эвакуировали, мужики то ли на самолете в плен взяли, Прагу притащили. Прага, все куплено, осталось ее теперь доставить в Москву. Как будем, Денис, ее забирать? Точно не своим ходом. Да. Ну а мы на этом замечательном автомобиле. Какого у тебя года корвет? 92-го года. Едем в Москву. Погода шепчет, идет дождь, темно. Впереди 500 километров дороги. Денис, покажи, как там с этими скоростями, ты рассказывал. Там первая, что-то вторая не включается. Может, бачком? Вот. Особенно, что нельзя включить вторую передачу и третью передачу, если ты не развил оборотов, не развил больше 2500. То есть она электрически не дает включить только четвертую. И причем сразу пишет «Мотофор», то есть с первой сразу на четвертую. А зачем так сделать? Это если вы хотите ездить медленно, то есть не в спорт-режиме, там никуда ни за кем не гонитесь, то есть спокойно, без трека. С первой сразу, да, у нас четвертая передача спокойно вытягивает, вот, и хватает. Вот такая есть особенность. То есть либо ждать секунду перед приключением, либо включать четвертую, либо по 3000 оборотов тогда включается уже и вторая, и третья, и пятая, и шестая передача. Может, у тебя просто сломано что-то? Нет, это реально заводская функция, такая очень необычная, нестандартная, мало кто не знает. Только вот в этой машине такая, по-моему. Да, отобрали нашу машину. Отдел полиции Почепский. Изъял. Так,
Ну что, господа, мы в сервисе, а Праги нашей здесь нету, к сожалению. Оплатили, расписку написал хозяин машины на получение средств. И, в общем, после эвакуатории ее повезли в Москву. Проехала, к сожалению, недолго, всего лишь несколько километров. И после она оказалась на штрафстоянке. То есть инспекторы ее тормознули по поселок Почеп. Там она, в общем-то, теперь находится. И не знаем, как ее оттуда вытащить, как ее доставить до Москвы. И, в общем-то, уже начать на ней кататься, как-то что-то с ней делать, там, реставрировать и так далее. Значит, сейчас кто сможет помочь, есть у кого знакомые. Да, поселок или город Трубческ такой. Это Брянская область. Лет 20 назад ее снимали как раз с учета там. Документы где-то вот там хранятся, они причем не в электронном виде, поэтому не знаю, кто сможет в этом помочь, пишите, там, звоните. Нам нужна эта Прага. Вот, будем на ней бомбить. Главное доставить до Москвы наконец-таки.